Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас не очень жарко, и можно постоять у плиты, и мы будем готовить чебуреки. Вот я вам покажу, какие они у нас получаются. Очень вкусные, домашние чебуреки. Пошли готовить! Сам рецепт у меня на канале есть. Я оставлю там, где вареники. Тесто для вареников, для пельменей, для чебуреков одно и то же. Вот так сделаем тесто. Это заварное тесто. Здесь вода, соль. Вода, соль и мука. Все, такое тесто. Сейчас я выложу его на стол и буду замешивать. Оно легко месится. Муки мы не добавляем, я уже там объясняла в том видео. Ну, здесь подскажу. Мука, вот 3 стакана здесь и все. И стакан водички. И соль, щепотка. Для начинки мы взяли, смотрите, фарш. У меня в данный момент свиной. Кто не любит свинину, можете взять говяжий. Курица, не знаю, курицу не пробовала, может не подойти. Луковицу. Луковица и терочка, самая-самая миленькая. И потрем. Вот так получилось. Я почему тру? Меня просто никто, ну, внуки особенно, дети, ну, не любим мы лук. Вернее, я-то люблю. Многие не любят лук кусочками. А так, когда потрете, его чувствоваться не будет, вкусовые качества будут. Так, перемешали лук. Теперь я уже немножко перца насыпал. Ну, вот добавлю перец. И соли. Солим. По вкусу. Здесь уже по вкусу. И лук этот тертый, он добавит такую сочность в фарш. Будет сочный у вас. Не нужно будет добавлять ни молоко, ни водичку. Получилось, как мы раскатываем тесто. Мы не раскатываем, а сделали так 10 колобочков. У меня получается с этой порции 10 чебуреков. И таких вот шариков сделали так. Покатали. Покатали вот так. Брали и катали. Отщипывали. Я отщипываю просто кусочки. И теперь раскатываю. Беру шарики, раскатываю. В принципе, можно попудрить, а как бы немножко подпудрить стол, столешницу. Но у меня получается не подпудривать. Это уже как у вас будет получаться. Посмотрите сами. Раскатали вот такой где-то диаметр. Ну, у меня сковородка. Вот сковородка. Здесь 2 чебурека ляжет. Я поставила уже на огонь, пусть нагревается. И где-то так вот накладываем, смотрите, ложечка. Ложечку положили сюда. Видно? Давайте отодвину немножко дальше. И накрываем. Накрываем. Мы делаем это не в руках. А, сейчас я сниму. И берем, защипываем прямо на столе. На столешнице, на коврике, кто на чем делает. Но уже не в руках, как вареники, как пирожочки. Вот так. Хорошо-хорошо, чтобы у нас не вытекало никакой сок мясной не вытек. Видно вам, да? Вот я показываю. Вот такой чебурек получился. Один сделали, второй берем. Подвинем, чтобы не мешало. Что у меня рука в муке? Непонятно. Так. И раскатываем. Повторяюсь, я не подпудривала стол. Но можно подпудрить только одну сторону, которая сторона с той стороны. Но лучше не пудрить. Почему? Если будет много муки на тесте, ну, на самом чебуреке, будет немножко масло гореть. А так, я вот не пудрила, смотрите, шикарно. Видите, тесто хорошее. Я когда вареники лепила, я объясняла, что тесто прекрасное. Это заварное тесто, хорошее тесто, вот оно. Не нужно никакого. У меня получается не подпудривать. Все. Это можно накрыть, это накрыть можно. Но можно полепить все. И кто не хочет сегодня поджарить, я уже как-то рассказывала на другом видео, что-то там, что можно полепить и в морозилку, в морозильную камеру. Так, ложечку кладем. Немножко так, ой, упало мясо у меня что-то. Спешу, чтобы побыстрее было, не задерживать вас. Разровняли. Поверну. Тесто где-то, ну, сантиметра, может, 2-3, вот так, толщиной. Все.
И зажимаем, хорошо обжимаем так. Такой большой вареничек получается. Но очень хорошо обжимаем, чтобы не вытек нам сок. Все, теперь уже обжали, теперь еще можем в руках. Так, наливаем растительное масло на сковородку. Сейчас я, наверное, вам уже сковородку не видно. Немножко видно, я лучше возьму руки в камеру. И кладем на горячую. Отстреляет. Поджарили с одной стороны. Перевернем на другую сторону. Пока жарится, мы накрыли пленочкой. Я накрыла пленкой тесто, сами шарики. А фарш в холодильник лучше. Так, смотрим. С одной стороны поджарили, теперь с другой жарим до готовности. Так. Сейчас оторву полотенечко бумажное. Ну, будем сюда отправлять. Еще лепим. Два уже поджарили. Так, сковородку возвращаем на место. Наливаем растительного масла. Я не сказала, да, не жалеем растительного масла. Не жалеем. Так, мясо мы опять перемешали. За каждым разом нужно перемешивать, потому что сок луковичный, мясной, он туда опускается вниз. И ложечку взяли. Немножко так размяли ее по тесту наполовинку. Накрыли. Я покажу второй способ, как красивее сделать. Если вы ждете гостей или для себя хотите сделать красиво, сделали такую заготовочку. Можно даже перевернуть вот так с этой стороны, чтобы не в руках уже мы будем сейчас вырезать красоту. Так, сделали. Смотрите, вот такой будет. Вот я покажу. И такая у меня есть вертушечка, резачок такой. И берем по краешку, идем по краешку буквально. Все. Кусочек теста нам не нужно этот. Здесь снимем. Так, переворачиваем. Вот так, масла у меня не очень много, поэтому я немножко прижимаю к маслу. Я уже объяснила, да? Вот так вот. Ну, можете налить сразу много масла, и тогда оно будет перекипать. Можно наклонить вот так, смотрите. Наклонили, покипело. Заканчиваем жарить уже последние чебуреки наши. Вот такие красавцы. Там подходили немножко. Вот такой. Последние два чебурека вынимаем. И все. О, забыла. Сюда. Это. Сюда. Все, чебуреки наши готовы. Сейчас попробуем самый первый. Первый из первых. Он не такой горячий. Разрезаем. Вот, пожалуйста. Сейчас я поверну. Вот они какие сочные. Смотрите, смотрите, если вам видно. Сейчас я возьму. Вот так вот. Сочный фарш. Видите, даже побежал сок. Фарш. Сейчас вилочкой. Что-то я ножу. Фарш приготовился. Наша начиночка приготовилась. Готовая, не красная, ничего. И вот сочная.
очень вкусные. Готовьте вместе со мной. Заходите в гости. Пока-пока.